¿Y esto? ¿Esto es todo? Adelante, por favor. Входи, пожалуйста. ¿Qué haces acá? Что ты здесь делаешь? Пабло, я слышала, ты работаешь на отца? Слухами земля полнится. А кто эта синьорита? Я должна записать ее имя. Не знала, что куклы умеют говорить. Не груби. Это Мариса, моя одноклассница. А это Консуэла, мой секретарь. Неужели? Прекрати. Привет, как поживаете? Отлично, мне нужно поговорить с тобой по личному делу. Попроси ее выйти. Прекрати. Все в порядке, Пабло. Сожалею, но я не могу уйти. Я обязана фиксировать все, что здесь происходит. Что? Да, не обращайте на меня внимания. Если хотите, могу заказать вам что-нибудь выпить. Отлично, мне лимонад и эмоционит. У вас замечательное чувство юмора. Видишь, какой у меня заботливый секретарь. К тому же она еще и красавица. Вытри слюни, Пабло. Ладно, лучше скажи, зачем ты пришла? По личному делу. Мне нужно поговорить с тобой наедине. Ты понял? Она секретарь и должна находиться здесь. Прекрасно, записывай. Я хочу поговорить с ним о преждевременном семяизвержении.